Традиционно в январе-феврале в каждой школе открываются подготовительные курсы для малышей, которые в сентябре сядут за школьные парты. И уже в прошедшую субботу, 26 января, несколько измаильских школ гостеприимно распахнули двери для своих будущих первоклассников. В интересной игровой форме провели первое занятие для малышей учителя 4-й школы Инна Васильевна Ефименко и Ирина Владимировна Пастерниченко, будущие классные мамы первоклассников. Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы, рисовали друг другу на спине воображаемое солнышко, водили хоровод и пели песни, посмотрели концерт, который приготовили для них четвероклассники, нынешние выпускники начальной школы. А затем малыши и их родители прошлись по школьным коридорам, заглянули в учебные аудитории, посетили школьный музей и библиотеку. И надеемся, что малыши уже в первый день знакомства со школой почувствовали себя частичкой большой дружной семьи. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».